ДД, когда мы стояли слева, за 10 секунд он умирал. Как бы тут похуй. Надо слева, наоборот, как можно резче в него вливаться локом, и все будет нормально. Ну, не то, что не только локом, вообще всем. Это мистери, ты там не беспокойся ни за какую хуйню. Приверженца правильно там. Хоть на кого бы он там ни бежал, его надо быстро слить. Да, тут все в порядке. У У нас вообще, паладина. у нас в принципе, я вот сейчас смотрел, у нас везде все в порядке. И на первой, и на второй фазе. Проблема только в том, что у нас Духи. люди хавают духов, и иногда еще пизды получают люди в контроле. В остальном проблем вообще нету. У нас все идеально посчитано, то есть у нас мобы умирают как раз ко времени, у нас вообще как бы по таймингам все очень хорошо сейчас. Ешьте рыбу. Сейчас, если люди руки себя возьмите, пожалуйста, на духах не тупите, и мы этого босса выебем нахуй. Меня сейчас тупо просто приверженец отпиздил, ебать. Его никто не забрал, он просто меня в ебу Так уставил. сунь в него любой контроль. И подождите, дайте Ну сейчас. он с щитом, ёпт. Вот когда леди там горит, там Алло. добьют, да добьют трэш. Давайте лучше добьем трэш, а потом уже перейдем. Чтоб просто на переходке три моба вышло. А не там, а по чуть-чуть, там чуть-чуть, и еще и новые были. Сейчас рейд нормально сделали. Сейчас нормально мы вышли. Ну, сейчас, потому что люди сообразили больше, чем делать. Короче, если вы думаете, что, блядь, можно трэш бросать недобитым, то это неправильно. Сначала добиваете, потом уже переводите. Но если я говорю переводить надо, значит до трэша уже мало времени остается. Надо перевести, потом добить уже, и потом уже босса бить. Что еще Леха, непонятно. Магнус. Магнус, все готовы, да Все, ёт чё мы тут. можем. Слева надо пизон. Помогите в него, щит с него сняли. Пару доток киньте. Опять история умер, так? Не, Мессин так убил. Чем? Гневом. И просто Мухе поливает упал. всех. Два гнева по 14 тысяч. Да, ну все, ложиться можно, что ли. Ложитесь. Вот этот мопс в треугольнике, это он там так вышел. Последователь. Как вышел, так и Алоким. стоял, да? Да. Последователь. Или И он по всем херачим. он переродился? Или его не добили, он переродился. Ну, наверное, тот, кто на Его. боссе сидит, наверное, это ваш моб. Из РДД. Еще раз предложу, там с треугольника моб выходит, вы его зергаете, чтобы он сдох. И потом там уже два фанатика останутся. Но мы его взяли. Но не дозяли. Да, заебись. Там сейчас контроль типа въебался, люди умерли. Ладно, что-то не так. А сову могут ферить локи? Нет. Койл могу давать. Кэш могут, Ну, а короче, чё? лик смерти. Просто маги не могут сов контролить, поэтому типа почему? Теряется сова, теряется. Кайло можно, фиром нет. Теряется сова, ты чё? Феряется? А чё она не Конечно. феряется? А, она не седактится, пардон. Но она не садаптится и не может превращение, так что да. Типа, если видите, что просто ну, не смерч, дайте посоветовать что-нибудь. Стоит такая по центру рейда, блядь. Опять сова ебаная во всем виновата. Ешьте рыбу. Эти друиды, блядь, со своими формами, нахуй. Ненавижу сов. Да если бы не сова, тут вообще бы, блядь, по контролю залупа была бы. Фак. Друиды. Друид нормальные ребята в целом, но совы. Тьму, кто бафает с престов? Присты тьму не бафайте. У меня макрос. Не бафайте. Нажимайте только на хп и на дух. Я не знаю, кто это бафает, но это не генши.
Я вообще перестал бафать. Все готовы отчет. Ёбаный рот. Да, блядь. Чё? Что не такое? А киса, вот с диспельцией этого моба ты не видишь на нем хуйню? Ага. С фанатиков. Не, дисплей, но у меня есть ГКД чуть-чуть. А, там 6 секунд, точно. Чуть-чуть. Диспельте эту, блять, овцу с ими имен. Спасибо. Трэш. Аграрника за контроль. Луна. Луна бежит вперед. Все, диспел. Трэш. Слева лоб контроль. Диван дис имею в виду лесы. Че, ебать, угораете? Нолями стопаем, сейчас подбейте, немножко еще трэш убьем. Фулбаф по локу. Щиток ему сразу. Ресай ману пока. Стопайте по боссу. Лям остался. Сейчас еще трэш пачку ебанем. Фул урон по трэшу. 700 тысяч, 600 тысяч босса не переведите раньше. Сейчас трэш убьем. Трэш фул с двух сторон помогите. Те, кто на боссе сидели. Фанатик фуловый стоит. Все, контрольте людей. Синтека, синтека. Синтек, бидона, ресы. Он вставалку тратил. Переводите. Инер ему сразу заливай. Инер заливай. Бидон ставь тотем. Геру. Трэш. Трэш, помогите первый убить ДДшники. Зеленые духи отбегаем. Испел скин, что ли? Ёбаный рот. Пожалуйста. Духи бежим. Бля, Старфолс. Вилашу напуливаем. Может и 4 отдать. Отбегаем, духи. Духи. Опять сова убила меня. Духи новые побежали. Геншин и дух. Так, Вадикон взятого реса и все, и пробуем. Мили-мили. В мили дух. Контроль.
духи побежали. Танка убил. Магнат убил. Понятно, ложимся. Дух слайма. Синтек, ты сдавай звездопад до контроля. Ты сейчас просто меня убил, нахуй. Звездопадом, ты мне въебал двадцатку в контроле. Я тоже умер от звездопада. Вот, ты нескольких человек сложил просто. Он пришлось... откручивается под контроль. А духа тоже ты взорвал? Откадывает. Мой, наверное, звездопад. Синтек, ты, ты взорвал два духа. Ну, в прямом смысле. У него кулдаун выходит в контроль. Не заходите, пожалуйста, сейчас. Не заходите сразу на босса, пожалуйста. У нас троих живые, мы без Геры. Давайте дропнемся. А вот Двавара и Ретро-Паладин, они втроем на второй фазе, троих мобов, одни могут убивать? Нет. Нет, очень долго. Долго, ну, нет, нет, очень долго-то это нормально. Вопрос в том, успеваете вы до следующего реса мобов? Нет, нет, не успеваем. Так, если что, не помогают, то это все, просто, это пиздец. Значит, вам еще сильно не успеваете? Ну... Вначале еще успеваем, потому что кто-то нет-нет, да помогает, там, я хуй знает, РДД может. Братан, вот, блядь, чем... что вы делаете всякую залупу? Иди на трэш, сдохни. А что это такое? Хуйней потом, занимаются. Чуть дальше, когда трупов уже больше становится, уже все, уже накладывается и становится уже пиздец. Понятно. А это, а если еще и Энг с вами будет? Не знаю. Вчетвером. Я нахуй нормально бегать? Ну, я что, понял, я вот, допустим, сейчас умер из-за того, что на преженности был щит. Типа... Да-да. Мне просто поставить на вторую фазу определенных людей, и чтоб они босса не били, а тупо бегали, били этот... Так, ёпты, это уже сделано. Просто надо еще людей закинуть. Вот, мистери, давай ты, короче, будешь помогать еще мужикам. И, ребят, все остальные на второй фазе, если вы видите, что в вашем там поле досягаемости есть какой-то моб, который еще живой, суньте в него пару костов, нихуя с вами страшного супер не будет, а умрет он быстрее. Просто если миликом как бы по всей арене тоже достаточно долго бегать, не очень профитно получается. Видите, что рядом с вами какой-то моб? Ну, постойте, покастуйте в него немножко, там видите, хп у него мало осталось, хуй забили, милики доедят. Дальше по леди играйте. Главное, ты ГП въеби за духа, блять, из-за... Так, про звездопад я не понял. Типа, когда сова в контроль попадает, у нее звездопад откадешивается сам собой или что? Нет, он нет. Просто КД упирается в каст контроля. Ну, то есть не каждый, а через один, через два. Ну, это прям фарт. Ну, никак, но он так и есть по времени. Сколько они? Раз в 30 секунд он контролит. А у тебя звездопад раз в минуту кулдаунится. Ты там даже если сдвигаешь, ты в любом случае рано или поздно попадешь в него. Так тебя же не... То есть иногда я просто отдаю его перед контролем и отменяю, типа, если я попаду в контроль, чтобы он там никого не убил. Так сейчас просто напиши... Я просто не успел. То есть он у меня секунда в секунду открутился, я попал в контроль и прожал звездопад. Он постоянно должен быть в КД. Как у меня крылья. Ну, ему не повезло. Ну, то есть, не бывает повезло. Такого, понимаешь? Не, я не могу отдать за 2 секунды до контроля звездопад. То есть, ну, вот он у меня в КД 3 секунды, через 2 секунды контроль. Что я сделаю? В принципе, высчитывать до каждой секунды тоже тяжеловато, как бы там их 19 контролей выходит. Ладно, а это... духи они появляются... Вот я хочу узнать, вот духи, они появляются, ну, вот чисто вот в вот этом поле, где мы сейчас стоим, или они могут и под боссом появиться? Рандомно. Везде появляются. Вот и под боссом, рандомно, везде. Давайте, что делать? Помню, на X2 было, делили, короче... Так, ладно, все, тихо. Флут пристрелили нахуй, рыбу ставим, кушаемся. Сейчас допиздимся, блядь. Все, истории жизни, блядь, пристрелили нахуй. ГП за этого, за духа, дай человеку. Раз уж сказали, что ГП даем, значит даем. Пробуем еще раз. Сейчас, блядь, задрочим нахуй до тех пор, пока не убьем.
Так, а может на второй фазе, когда появляется трэш, всем свечить ее, сносить? Ну я говорю, вот кто видит, что в поле досягаемости есть моб, блядь, свечнитесь, побейте, оставьте ему 20% хп, свечнитесь обратно в босса. Просто чтобы беготни меньше было. Видишь, я просто говорил Славе еще, когда еще до вас мы траили, ну не доросли тогда до второй фазы, то что ничего не поменялось, что нужны люди, которые на леди сидят. Ладно, потом скажу. Сейчас запоминайте, кто кого убьет, если в контроле, чтобы потом можно было ГП въебать. Как сдох? Мобы захуярили. Какие мобы? Ты, наверное, сам себя. Нет? На информацию о смерти Линка, они потом посмотрим. Зеван, дисрез. Сейчас из блайнда выйду. Сразу фулбак. КД. На КД. Там у всех КД, по-моему, да? Да, у всех КД. Ты релогнулся. Трэшу слева помогите. У кого ДБР меньше всего не время? Не успевают, не надо. Кость, не надо. У кого первый БР будет? Зевандится, 50 секунд. Ага, ну как откадешься, там резнешь 2 носка. Его фонарик еще живой. Нормально они успевают. Трэш бьем. Костя, на лестницу не забегай наверх, то приходится бегать хилить. Зевандис, у тебя маг лежит. Сейчас, секунду. За контроль, а потом резко. Да ляма там подбивай, типа магу фулбаф, каску лап приступав. Подбейте еще 5 секунд, 7, трэш. Ой, блять, босса. После этого трэша переводить будем. Помогите мобов. Все, контрольте. 300 тысяч по боссу переводим. На пулы на вой, да? Два приверженца помогите. Все мобов помогите добить, потом спокойно босса бьем. Давайте нерву. Духи побежали в мелизоне. Сразу ушли от духа. Новые духи контролем и новые духи сейчас отбегаем от духа. Мелизона прям два духа на нас летят. Ты
Синтек на чат двух бежит. На Вилашу. Синтек. Синтек рарник, арес и духи побежали. Вилаша, давай не зыбку. Пока на пул не давайте, через 10 секунд на воида. Контролим. По Магнесу сделайте чарж. Два носка скинь агро. И Хисторию скинь. Кильте танка. Синтек рарника. Сколько у тебя там ДБР? На пулы на войда даю. На холидринка. Один на пульщик. Уйдите. Пулбаф по рарнику. От духов бегаем, самое главное. Забейте на всю хуй, только от духов бегайте. Холидринк соли, со льву по мне дай. Пока забрал. Помогите два приверженца. Да. Духи. Вырубай масс сокру. Духи давай. В миле. Бежу. Спасибо, Костя. Бидон, ставь тотем. И второй шаман. Ладно, после того, как выйдешь. Бидон, тотем. Геншин на ману. Все друиды и иннеры отдайте. За контроль, Бурябай. За контроль. Хэлла под контролем отдал тотем. Ничего страшного. Сейчас незыбка откатится. На Вилашу следующую на пулу даю. Незыбка пошла. Духи. В центре стоят духи. Как откатится по откату даешь незыбку Вилашу. Духи побежали в лестнице, отошли. Стоите прям с ними, сука. А, в танка вряд ли. Да, это я взорвал, блять. На ману есть что-то? Два носка. А, вставать шаману? Да, да, вставай. Блять, опять забыл. Все, ложитесь. Писывай за каждого духа попасть. Взятый так красиво бегает. Я красиво бегаю. Ну, уже, кстати, лучше намного. Ну, сейчас 67%. Сейчас. Было 80. Да. Сейчас сразу 3-4 было 82. Я говорю, сейчас мы и задушим нахуй. Главное, ебальники не раскрываем, молча идем, жрём, бафаемся, идем дальше. Раз то умрем, но заберем, блять. А можно 2 минуты перекур? Поссать. А замена же есть. Или. Не, просто поссать. Ну, минутку там. Не знаю, ну идти. На второй фазе дайте одного напульщика. С танком. Тут вот некоторые духи взрываются, они прям появляются перед чуваком, и некоторые не успевают. У них есть время появления, когда они не могут взорвать. То есть даже если он в упор появляется к тебе, если ты вовремя его заметишь, то успеешь отбежать. Именно поэтому нужно, ну так, внимательно глазками палить на себя. Понимаешь, это работает, когда, типа, все люди заняты своим делом, и, типа, ты следишь только за духами, допустим, или за чем-то еще. Вот Кася, приходится вот, следить еще за остальным, типа, контроль дали, там, не дали. Вот я сейчас стоял, я видел, он рядом с Бурибаем появился, ебать. И... О, ни одного духа не будет взорвано, мы леди пройдем. Факт. Ставь рыму. Слава. Я релогаюсь. У меня какая-то хуйня, я не знаю, ДБМ вроде показывал. И... А что, хилы на леди в хилбот херачат, что ли? Не понимаю, о чем ты. Не, я могу понять, что да, там действительно на хиле достаточно потно, ты сидишь постоянно в хилботе, у тебя, блин, глаза там сосредоточены, но, блядь, тут делать нечего, просто придется отдалить камеру и нет-нет да поглядывать на своего персонажа. Ну, типа, у тебя же 1 секунда идет каст, ты в это время можешь не смотреть хилбот. Да, типа того. Кроме того, если ты смотришь за собой, вас же, блядь, 5 человек, ебать, во всех 5-то дух явно не плюхнется. Нет, ну, как это бы, понятно. Не, я просто я на леди, допустим, фреймы выделяю. И посмотреть, как вы будете в этой ситуации. Вот честно слово. Я играю нормально. Я сегодня 10-ку блять, грубо говоря, соло хилил, блять, на ДЦ. Представь, как это, блять, ебануто. Потому что успевал еще делать всякую хуйню. Ладно, все, флот убили нахуй. Но стресс завис, что ли? Стойте, не пуляйте. Назад. Стоп. Назад уйдите. Блять, перепот выпил, сука. Но стресс ты тут? Минуту ждем. Да. А что такое, не понял? Дайте минуту. Ну, блядь, что, припор ждать? Не спеши. Делай еще, старче.
Я на духах вообще фрейма выделяю игроков и хилю по ним. Смотрю Бонсай. На площадь. Бонсай. Бонсай, алло. Бонсай, ты тут? Да, я. Все, ну, тут сказали, что припод. А, да, ну ладно, пух. Блять, переустановить ДБМ надо, сука. Контроль, помогите с кособоки, где пару дотов киньте. Собакова и баните, мобы живые две штуки. Помогите там. Нормально. Они успевают, все с ним хорошо. Недобитый моб, блять, сука. Пятерку, пожалуйста, сори. До ляма доводите, еще трэш будем убивать. Три ляма пока. На ляме стопайте. Нормально, только назначенные боссы играют. Остальные в трэш все. Все, стопайте. Стопайте трэш. Дергаем трэш, все помогаем. Семьдесят 30 тысяч на боссе, блять, я здесь стою. Перевели. Трэш. Трэш добивайте и по боссу. Давайте Геру. Духи полетели, первые. Дивандис и Меймен ресы. Там гений на совет, скажи, зачем ты духов откидываешь трэш, блядь, когда его танк танчит, он просто, блядь, убил, чуть не убил, сейчас контроль. Духи сзади. Синтек, историю ресы, Вадикон, Магнес. На пулы на Эвилашу. Давай Т4. Кто-то взорвал. Возможно. Притон, мистер, его стоит аддон на духов. Да, блин, он так, сука, появился, эфир даю, он появился, меня, короче, ладно.
Ну вот как будет появляться в нас, так, так и будем падать по КД. Тут еще и стрела. Блять, у меня... короче. Леди убивает законтроленных. Вот кто законтроленный, она по ним тоже стреляет. Не может быть такого. Блять, на моих глазах меня двое убивали. Так, у меня убивала, она пол 4 назад. Она по союзникам не может бить. Малефицист умер, потом я видел... Я тебе говорю, было такое, типа, в момент именно контроля, вот когда кидается контроль, ты уже законтраливаешься, в тебя стреляли. Ты до сих раз прошел до того, как тебя законтролило, то тебя убивал этот стрел. Даже после, вот на прошлом трае, так, но стресс, да, она будем... убила еще кого-то. Сейчас, секунду, сейчас какая-то сова духов откинула, ой, этих, трэш откинула, да? Либо сова, либо, ну, либо Ильем, не знаю, кто обладает, Ильем с тотемпом, мать, кидывает. Типа просто бегут не духов, то есть бегут, грубо говоря, танк собирает мобов, да, Holy Drink, а милишники бегут сзади, он их откидывает, кстати, блядь, да, и я, фанатики, кстати, просто, да, кливом нахуй чуть не убили всех милишников. Я, кстати, тоже такую хуйню видел разочек, когда духи этим трэш у нас летал куда-то непонятно. Пусть Элим я ставит кидаю символ слева, и сейчас я откидывал одного кастера, который щитом был. Вот я откинул кастера, откинул супачку. Абсолютно. Откидывать вообще никого нельзя. Просто в ПВЕ забывайте вообще про какое-либо откидывание, нахуй. Бля, очень меня слышно, уважаемые? Слышно. У меня, короче, пинг, блядь, я... Мне говорят, треснут историю, а он у меня еще секунд 10 жил, короче. Сейчас у тебя в порядке? Там ровист, вы можете поменять? Нет, я не знаю, блядь, у меня... Какая-то хуйня. Портуйся, меня... Ворон. Ставьте шкаф. Вот я сейчас жму. Ровист тут? Я поставлю. К сожалению. Можешь пару минут перерыв, чистый дух перевести, собраться. Я пойду, короче, доти. Скажу, давайте, давайте. До 24 минут. Слав, ты не против, что я тут что-то это раскомандовался? Пиздец? Ну идите покурите, а то вы заебались, наверное, духа взрывать. Банка не текла. Ну вот за 10 лет так ничего же и не поменялось на этой леди. Нет. Как били по сторонам, так и бьем, так назначают ДД, которые херачат ее. Вот все то же самое. Да, конечно, ребят, мы били лет 10, там 12 назад, мы вообще без голосового были. Просто так чисто на чате рассказали все. Да там такой дамаг был, блядь, что два духа хлопались и под щитами ДЦ, блядь, рейд не падал. Там такой нет, тут, был, да, тут, несравнимый. Тут же усилено все. Тут и жизни у нее больше, и дамаг другой. Там у нее... Знаете, я пару секунду прогружусь. Я вам так скажу. И в начале на актуале на Гере мобы, ну вот эти вот призраки, они шотали. Так же все было. Ну так потому что на актуале так же делают. Она сначала выходит занерфленная, потом, когда ФК происходит, постепенно нерфят на актуале. У нас не ФК, а ФК происходит. ФК, да, ФК. Нормально, мы ее убьем сегодня. Сейчас там Песа дух переведет, нахуй, как сейчас начнет ебашить, нахуй. Сейчас нормально. Мне непонятно, как имя имен постоянно умирает, что в каждом трае человек мертв валяется. Ну, сейчас я тупо отражение от этого умер. Ну так, пару смертей у меня было. Ну, смотри внимательно в отражение, чтобы не кастовать-то себе инсекрейшн поебалу. Ну, ты кастуешь, как бы нету, там несколько кастов кидаешь, а он в это время, блядь, включает отражение. И оно даже, кстати, не видно, когда он. Видно. Вот, там... да, вопрос по отражению. Я тоже пару раз ебало поймал. ДБМ вообще не орет, типа, что на отражение. ДБМ не должен орать. Вы смотрите глазками в дебаф бар. Этого. Объясни за клиф. Не понял прикол, просто про клиф. Тоже что-то не понял про клиф. Клиф просто увеличение урона. Чем он плохо? Нет, в смысле, именно если, допустим, я лок, да, я должен радацию соблюдать, а я буду стоять и огненный ливень кастовать. Или, допустим, я маг, я буду близер стоять хуярить. Вот я о чем. Клиф штука классная. Я именно имею в виду, что ауе спеллом. Типа, о, три моба, дай-ка я поуешу. Вот что я имею в виду. Не, ну, там вопрос... я грозу даю совой. Вопрос в другом, что... Вопрос в другом, что щиты, которые отражают, они дамажатся этим ауешными спеллами и физухой. Тёма, суманите меня. А маги, направленные заклинания, которые одиночные, они отражают обратно. Просто, ну, я что-то первый раз слышу про клиф, я всю дорогу тупо кидаю, блядь, столбы под прок, типа Т4, и, ну, нихуя не было еще ни разу. Не, смотри, я за специфику магов не шарю. Я тут больше как бы про локов, потому что за локов я понимаю, что происходит.
Вот. Я бы, допустим, если бы увидел Blizzard, ну, то есть, согласитесь, Blizzard, это было бы странно. А тут, если FireMag, там, типа, у тебя какие-то там есть проки-хуёки... Ну, Blizzard вот, это что? Что такое Blizzard? Снежная буря. А, ясно. Компания так называется. Самый Мак сидит, блядь. Я не понял, а УЕ, оно что вообще? Какой? Да я ебу, у меня, блядь, FireMag. Нахуй мне, блядь, да все уезжу, блядь. Какой я эффект от АУЕ? От АУЕшки, если моб со щитом, в тебя дымак не летит. Ну да, ну. Он отражает только почему? Направленные заклинания. Ну, да. Хорошо, почему тогда нельзя? Сказали, нельзя только что. Я подошел, услышал тоже. Он сказал это в том ключе, что ты дамаг теряешь весь по боссу, всю ротацию свою, все дотки на боссе теряешь. Все стаки теряешь. На боссе, на трэше, как бы. То есть... Ну, так трэш надо, если быстро залить. Нет, чекайте. Если вы... Нет, смотри, если, короче, три моба упадет в одно время, это будет немножко хуже, если будут по одному мобу умирать. По большому счету, похуй на самом деле. Короче, если ты дамажишь АУЕ, хуярь АУЕ, бога ради. Вот. В принципе, тут вообще вот с мобами проблем нету. Вот треугольник у вас зергается, вы его зергаете. Да, сейчас все по большому счету нормально. У нас и слева, и справа хорошо трэш умирает. Сейчас вообще все прекрасно, блядь. У нас не прекрасно только с духом. А вот на второй фазе не очень. Ну все понятно, я все точечные кнопки убрал нахуй с панели тогда, блядь. Сейчас Blizzard вынесу себе еще. Зачем ты их убрал? Гранаты есть. Ты в босса тоже Blizzard будешь кастовать? Да, да. Доставай. Ща, ебать, найду нахуй. Вот здесь справа, где звезда, здесь, если собираются три приверженца, вполне можно уешку дать, если они щиты на себя вешают. Я заебался снять этот диспейлить, блять, бомбу нахуй твою. Ладно, не, ну, просто видите, стоит. В чем дело, как бы, проблема в том, что если Лиди даст контроль, а ты ауешишь, вот эта ауешка благополучно милика какого-нибудь в контроле ты можешь и подприпизнуть, а если так 4 милика будут ауе скидывать туда... Да то... не, вряд ли, когда Леди дает контроль, он кастить прекращает. Кто он? Ну, подконтрольный, он начинает другие действия делать. Вот так я, допустим, нет, шаманом. Так нет, в смысле, ты не понял. А, того, кого законтролили, его свои въебут, потому что они ауешат. Вот я чё. Ну, это хуйня вообще все полная. Сейчас все хорошо. У нас люди перестали умирать на первой фазе, кроме имен. У нас люди умирают на духах. Но ты чекни моей смерти, которую ты так выделил меня, как будто я сам, блядь... Я тут без негатива. Я не говорю, что ты там, ебать, вагон, блядь, самый последний конченый тварь. Нет, ни в коем случае. Просто Просто повнимательнее. Все поняли. Вагон конченая тварь, надо запомнить. Ну-ка еще раз. Последний вагон конченая тварь. Роль такую сделать. Не, первая фаза, ребятка, хорошо уже. Надо со второй. Имя имен ты где? Братан, там травить надо. Где тебе надо? Я сказал оф, пока что банка не капала. Он вышел, чтобы банка не капала. Заходи. А, так заходи. Дайер, Исандам. Нихуя микромоменты, блядь. Человек деньги экономит. Жестко. Похуй на эти деньги, блядь. У нас все. Боже. Так, все, имя готов? Хочешь, короче, могу тебе людей, которые 10 хлеб на, ну, масло на хлеб. А вы рыбу все поели? Во все дырочки размазывали. Да, все, запускай демпл. Давай. Приступал. Ебать, целых 7. Ну зачем вы это делаете? Кто-то торопится. Мы ж припоты пьем, блядь, это не просто так. Кто-то близко просто подходит очень рано. Ребята, если что, леди в гере агрится от того, что вы к ней просто подходите. Сейчас кто-то впереди меня бежал и сагрил я. Так постоянно происходит. Давайте, внимательно. Это проблема в нашей игре. Кастеры в отражении, все ебало не ломаем. Все хорошо. Как не было ДБМа, так и нет, нахуй, сука. Бля, я думаю, почему у меня бес умирает?
Трэш. Гарник бежит убивать. Ну ты же без шмоток, ну, в смысле без пухи. Не страшно нихуя. Напугал. Еще два трэша. Контроль халу. Домашти. Подщипливаешь, пиздец. Замыть микрофон, пожалуйста. Побольше домашти по боссу сейчас. До ляма. Проклятие плоти, мой верный слуга. Трэш выйдет еще 5 секунд, побейте. Все, можете стопать. Все, стопать надо. Фулл ДПС по трэшу. Все, переводите. Только от духов отбежать надо. Зивангис, ген, если. Бидон, сам вставай. Моб. Героизм. Духи пожмали. Героизм. Киса, вставай, сразу кас, этот фулбаф по нему. Побежали, духи. Дайте что-нибудь на ману, пожалуйста, два носка. Вы вилашу напуливаете. На стресс и малифицист вмешательство делаете по притону. Духи побежали на лестнице, ушли отсюда, милики, ушли быстрее. Ну хули ты стоишь-то, блядь? Киса. Убежал. Синтек Зивандиса. Побежали духи, Вилаша, давай Т4. Может, блин, по притону сдай этот... Так, орл. На ману что-нибудь, пожалуйста. И здесь я убил бедного. Напуливайте на войда. Троих убил. Пробуем так пока играть. Духи побежали. Бюрабай дай сокро по взятому. Скидывайте агро. Ваниш, нажимай, скидывай агро. Бля, друиды, дайте, пожалуйста, иннер после контроля кто-нибудь. Ну, Геншин напал. Контроля. Хорошо, там дух. В миле бежит. Вы осознали бессмысленность своих действий. Ты не в сил противиться моей воле. Так, что там? По-моему, больше, чем Акиса. Еще кто-то взрывал, блядь. Или мне показалось? Акиса. Сейчас танка уроните.
Там это. А уже хилов там уже. Человека не законтролили, и он ебало всем разбил. У нас из-за этого люди умерли. А дальше уже сыпаться начали, потому что меньше контроллеров, меньше дамагеров стало все. То есть, типа, на второй фазе, если 5 человек умирает, то все, можно дальше не идти. Скиньте мне ссылку на ДБМ, который этот самый новый. Ты у меня что-то перестал показывать, не знаю почему. Надо переустановить. Ну вот еще намного лучше. Есть у кого-то ссылка? Ты качал последний. Кстати, сейчас это была половина еще контроля, меня все равно убил залп ледяных стрел. Это прям. Скинет кто-то ссылку? В холодилку там куда-нибудь. Что, он не работает или что? Да. Подожди, Слав, а что у тебя? Ты, что хочешь добавить? Да чё вообще ничего не показывает. Последнюю версию какую-то скиньте ссылку. А чё? Там, мол, карга просит замены. Кто просит? У нас как раз Викторка пришел. О, пинг. Сейчас возьмем это самое. Скажите, как скиньте ссылку. Скинул здесь. В какой? В гостиную. Гостиную сейчас. Сейчас релогнусь. Появился, я сразу от него начал бежать. Бегу, и он просто взрывается. Он даже не начинает бежать в меня, он просто взорвался, и все. Вот это был на моих глазах. Он не врет, ведь че? Пацаны. Да. ДБМ ставит. ДБМ ебанулся. Че там, паладин был в контроле? Вихря на него не хватило или че? Который убил рарник всех. Рарник, да, всех переебал? Троих. Да, говорит. Да. Троих. У рарника разве ДБМ не снимает оружку? Снимает, но я убил кого? Бидона убил вроде. Еще руками кого? Нахуй запинал? Не, бурей. А, хуя себе. Ручной бурей. Блядь, руками замахал, блядь. Отшлепал. А мы все касты какие можно кикаем? Карга все ушел? Синтек, ты тут? Где он там, блядь? Ну, меняй его на Викторку. Викторка зашел в игру хоть? Уже давно. Даже еще не зашел. Бля, на леди работает Костояс? Только на простые скиллы. Ну, типа, ну я имею в виду незащищенные щитком. А мы все их кикаем? Ну-ка. Карга, ты ушел, и ПСа где? Ну, стрелы ледяные летят, значит вы их не кикаете. Да здесь. Там, блядь, чарку на плечи еще. Если что, сум. Я если что тут. Есть, который кикаешь, а есть, который будет... Карга, ушел, я спрашиваю? Да. Пинг 450, ты ушел из-за пинга 450, что ли? Да, он писал неиграбельно из-за пинга. Ага, хорошо. Понятно. Синтек, ты тут? Да, по ДПС, видно, он вообще не дамажит. Ну да, с таким пингом, что на дамаж? Ребята, вот у нас есть два роги, топы их история. Пускай они просто на боссе постоянно висят, и все касты какие можно, пинают ему нахуй. Я сбиваю, что получается, но там, понимаешь, духи еще могут появиться, и приходится бегать от босса. Просто я смотрю... У нас вот... по одному касту сбито. Да, тут... Всего это делать с шаманом. Ностер мега гениальный, супер долбоеб. В смысле, супер красавчик. Долбоеб. Который... Спасибо. В хорошем смысле. Рыба, вон стоит, 13 кастов перекикал нахуй. Кстати, а киса ни одного каста не сбил. Типа, это тоже плохо. Да, короче, внимательно, а то стрелы очень сильно по рейду въебывают. Я прямо смотрю нахуй на фреймы. Весь рейд ложится очень сильно из-за этой хуйни. Близко больше не подходить. Повнимательнее, пожалуйста. А кисы нету элема? С чем там элема? У него же в любой ветке есть.
Сбив. Не-не-не, просто здесь лучше каким-нибудь элемом, чем милишником. Нету, это самое... Виктор. Если типа с Хэлла местами свичнуть, а киса похилить, а ты в элеме. У тебя Хэлла же элем сильный? Ну, такой же. Запускай. Ну, давайте еще попробуем, там видно будет. Да, давай. Виктор, ты вроде пушку не зачарил, я не уверен. Виктор, слева мобов там бей, треугольник первый зергой, приверженцы. Ты слева, только на мобах сидишь, если что. Босса вообще не трогаешь. Если, ну, если время будет, то понятно. Тактики, галактики. Контроль 5 секунд, готовимся. 5 секунд, по мобов пинает. Викторку шотнуло, что ли? Зивандис, да, Зивандис, ресы. Как? Щит по контролю. Там щит. Стрелой хаоса сам себя убил. Понятно. Да. Трэш. Ну, блин. Значит, блядь, студентики. Блядь, такая же хуйня. Ребят. Да не, это... Стоп-флот. Ну там, блин, щит. Тихо-тихо, стоп. Стоп-флот. Брови стресса имею, блин. Ложитесь. Нам проще лечь, да. Притон стрела хаоса. Мистери, чё? Чё-то расслабились. Смертельная стрела. Так потому что ты выпускаешь стрелу или испепеление, и она сразу щит. И излетит отражение. Да, да. Вот это, кстати, да, это единственный вариант, когда реально поебало может пролететь. Ладно, ложитесь. Но я вот, я, короче, пока бил, ну, мобов еще, я себя мог убить только каста за 3, наверное. То есть там с одного каста это надо, ну, как-то очень не повести должно. Или если вы не фуловые были, тогда вопрос, схуяли вы не фуловые. Смотрите, отражение, все умно. Викторка был фуловый, и на нем еще висел щит. Что... Он не мог себя одним хаосболтом пристрелить, если там... Зло прошел сквозь щит и дал мне 30-ку. У меня всего 29 тысяч. 30. Вот вы да, такие, ладно, интересные, просто... блять, вот... Все это охуенно, но почему-то вы думаете, все за вас здесь будут делать. Вот 5 локов и взятый тоже. Сначала убейте в треугольнике моба приверженца. Вы его зергаете за 10 секунд, вы сами говорили. Теперь, тихо нахуй. Теперь вопрос на миллион. Имя имен и этот, первый лок, кто там? Викторка. Расскажите мне, какой моб вас отразил заклинание? В звездочке, который стоял, или который в треугольнике? В треугольнике. Который слева находился. Все ясно. А теперь всякую залупу не пиздите, я еще раз скажу, что вы должны сделать, а вы это должны сделать. Если вы убивали за 10 секунд, то повторить это надо. Если вы не будете убивать в треугольнике одного единственного приверженца, нахуй, и он будет вас отражать, нахуй, то нехуй здесь на этом боссе сидеть. Потому что это залупа полная. Еще раз. Вообще... Бью где в звездочке. Там я чисто помочь решил. На нем не было щита. Еще раз. Появился, я понял, я все это понял, что там появилось. Еще раз объясню. Просто вы делаете, что хотите. Всякую залупу исполняете. 5 локов. Вот поставлю на себя метку. Может вы хуй пойми, не понимаете нихуя. 5 локов по никам. Притон, взятый тоже. Не босса бьешь, а сначала зергаешь моба одного единственного, потом на босса свечишься. Имя имен, Викторка, Мистери. Вот этот моб центральный отсюда с треугольника выходит. Приверженец всегда по КД. Вы в пятером должны его зергануть. Потом, после этого ты садишься взятый на босса, как хочешь. Здесь 4 остальные лока. Вы тоже на босса садитесь. Здесь выходят мобы. Нет, Слава, нет. Да, сука, Слава, дайте нет. Я договорю сначала. Слава. Блять, я еще раз... Не умрут. Я еще раз говорю сначала, давайте я договорю, они убьют фанатиков. Смотрите. Кто? Если локи свичнутся в босса вместе со мной, фанатики выживут. Они убьют фанатиков. Сейчас я договорю. Кто про... они-то? Да ладно, все, говори. Сука. Хорошо, давай я тебе эту сторону до конца расскажу. Уёбки, блять, вы всякую хуйню делаете. Сначала выходят здесь 3 моба. Вот здесь приверженец. Вы его зергаете.
Значит, этот Притон, имя имен, Вихторка и Мистери. Тут остаются два моба в кружке и в ромбике. Два фанатика. Вы их добиваете. Потом свечитесь в этого, в босса. Если здесь недобитый трэш к этому времени стоит, вот здесь в треугольнике, здесь выходит в треугольнике один единственный фанатик, и с лестницы выходит либо фанатик, либо приверженец. Если выходит приверженец, то это три приверженца. Их надо зергануть, помочь. Поэтому, если вы видите, здесь стоит три моба, после того, как вы фанатиков убили, даете сюда АУЕ. Не кастуете стрелу говна своего, блять, а даете АУЕ. Касается и магов, и пристов, и присты, если будете давать этот иссушение, даете иссушение через фанатика. Ну или через того моба, на котором щита нет. Не кастуйте ничего того, что это таргетное заклинание. То есть ни стрелу тьмы, ни испепеления, блять, ни стрелу хаоса, потому что на вас вернется от щита. Все, этих мобов помогли зауешить, если милики тут не справляются. Ну и так, также две роги сидят на боссе и два шипы. И все, все остальные помогают трэш в звезде убить. Один лок убил. Сначала рыбу поешьте. Один. Потому что, блядь, щиты не сбивают, блядь. Вот и все. Я объяснил, чем щиты сбиваются. Физуроном и АУЕ уроном. Вот, физуроном не сбивают щиты, и поэтому мы умираем. Поэтому я тебе еще раз. Я тебе еще раз. Да заткнитесь, блядь. Поэтому я еще раз повторю: не даете стрелу тьмы в приверженцев, а даете АУЕ, если вы в звезде помогаете добивать. В треугольнике что делать, я вам уже сказал. Вообще-то я в треугольнике помогаю. В треугольнике зергается, не будет у него щита. Только что зергали его. И на лоу хп у него сразу же стало фулл хп. Ну, даже значит, не получилось у вас его зергнуть. Все, убили. Давайте сейчас полетели, сейчас вам взятый поможет, сейчас посмотрим, как будет. 4, 3, 2, 1. Контролем. Трэш 5 секунд. Контроль секунда. Контролем людей. Трэш 3 секунды. Готовимся. Контроль 2 секунды. Контролем людей. Секунды трэш, готовимся. Прими это благословение и покажи чужакам мощь нашего господина. Контроль секунда. Что это за залупа?
Ложитесь. Порыв стужи, это с нашей стороны Вилаш моб убил? Эрдрушника. Это справа. Ну справа, где звезда? А чё это такое? Чё это за скилл вообще? Ну, моб кастует, вот который приверженец, он кастует эту хуйню. Ага. Когда перерождается, он кастует эту залупу. Она ему баф дала, он переродился, и она дает эту стрелу. Типа как помощник взрывается так же. Но прилетает, а стрела вокруг взрывается на 15 метров. У тебя там на арго все добьем. Значит, не сбили просто, правильно я понимаю? Неправильно. Я не знаю, что это было, нахуй. Ну вот, Зивандис первый умер, я увидел. И потом людей в контроль взяло, выкидали контроль. И потом остальные посыпались. Там в звезде проблемы из-за того, что там три приверженца получается, а в трусах только один. Ну у нас их все милики справа. В звезде не успевают убивать. Милики должны приверженцы. Ну, там был контроль, блин. Вот я, когда в звезде был, милики не успевают щиты сбивать, и поэтому я себя убивал. Ты просто... По-моему, установка была, мы сначала забиваем треугольника, а уешим звезду. Я всегда АОЕ только кидал звезду, все было нормально. Ну, вот. Меня поставили изначально в звезду, я играл в звезде. Там три приверженца, я их в первую очередь пытался сливать, их быстро не получается. Вы сначала имя имен сливаете в треугольнике моба? Потом добивайте двух фанатиков. Я понял тебя. Но изначально я стоял в звезде, потому что ты меня туда поставил. Короче, давайте, ешьте рыбу. Сейчас в левой стороне убьете, где паладин танчит, и поворачивайтесь. Если там ты приверженца, добивайте. Я вам это сказал уже. Магнус, идти надо. Спирит тут? Да, тут. Можете еще лайфхак использовать. Вот ребят справа, которые стоят. Вот они мобы выходят, да? Ну, как бы вы же все равно какой-то таргет выбираете и в него долбите, даже если вы там кливаете, уешите и так далее. Да? Вы начинаете с правого моба. То есть все вот сначала самого правого щелкнули. Потом там по центру выходит фанатик, вы его не трогаете, да? Там вот слева вышел долбоеб, его щелкнули. Потом с лестницы, которая прибежала, его щелкнули. И в последнюю очередь фанатика. Ну, моментик такой. Ну, просто метки ставить, это, наверное, перебор. Но мы приверженцев в приоритете бьем. Первого, второго. А фанатики это самый в конце так уже. Да, я вот об этом и говорю. То есть вопрос в том, что чтобы не разных приверженцев все били, а примерно одного и того же. И вот как это решить эту проблему, что вот смотри, я взятый... Ну это логично, они же перерождаются, если их не убить. Долго. Они так и начинают с него бить. Я там стою, они с этого и начинают. Только так и делаю, да? С ближнего, вот. Да. Точечно таргеты по приверженцам только. Потом фанатики. Не, именно что вот сначала справа приверженца, чтобы все туда просто долобили, он хуяк лопнул за 10 секунд. Потом за 10 секунд второй лопнул. Ешь там, рыбу, давай. Спирит ешь. Сбафайте фанат. А третий еще остается. Там еще третий остается приверженец. Там бывает два фанатика, либо три приверженца, без разницы. Там рандом. Ну да, то есть там смотря кто с лестницы выйдет. Ну на это вон два вара, Акиса и Рарник. Это посчитай, это два вара, Акиса, Рарник, это 4 милика, которые... Они щит снимут за 3-4 секунды, это, если не криты. И кикнуть могут. Короче, ребята, вот старайтесь, что с первым самого левого моба съедаете. А дальше там что поехало? Геншин и Песа. Даю отчет. 5, 4, 3, 2, 1. Это место станет вашей могилой. Контроль 3 секунды. Ты не в силах противиться моей воле.
Трэш, 3 секунды. Контроль секундам. Контролем людей. Зивандис 2 на Скоресе. Фулбаф по носку. Ману ресит. Трэш 3 секунды. Контроль 3 секунды, готовимся. Захильте. Не пропите, пожалуйста, горе там больше. Так. Трэш 2 секунды, готовимся. Я освобождаю тебя от проклятия плоти, мой верный слуга. Контроль секунды, контролем людей. Ты не бегай, ты от него. Не убьет тебя, у него автоатака не 30 тысяч. Кособокова помогите. Еще трэш ждем. Доляма доводим. Саня, мы правого приверженца бьем. Сначала. Трэш, все, стопайте. Трэш зергаем и сразу фулл ДПС по боссу. Помогите пачку вот эту звезде. Сейчас только выйдут с контроля люди здесь. Все, переводите босса. Зивандиса, захильте. Синтек реса Зивандиса. Переводите босса. Сразу инером. Сам себе тоже дашь инером. На пол на войда. Духи побежали. Вихторка. Сука. Давайте следующие духи смотрим. Они каждый... Бодикон рез и Евлашу. Духи побежали в мелизоне под боссом прям. Диспел по взятому. Бас, баф по Евлаше. Все на пулы. История стопай на Евлашу. Вихторка, все. Скидывай. История, скидывай агро. Цальву по... Цальву по истории. Побежали духи. Вилаша, Т4 накопишь сразу, давай. И ПКД потом. Контроль людей. СС-ы раскидайте, на кого считаете нужным локи, так по между делом. Все, от духов просто бегайте. Следующий на пылы, на войда. Побежали. На лестнице. Дух, дух на лестнице. Следующий на пылы, на войда фул даете. Духи побежали под боссом. Прям ушли, ушли, ушли. Притон на трэш переключись. Два носка на трэш переключись. Сорвете босса, сдохните. Малефицист. Мануаль нахуй. Малефицист, чаржнись, вмешательство в притона. Два носка скинь, агро, копии, глыбу нажми, двиз. Дух подле трэша. Бегите от духов. А трэш никто не бьет. Трэш, помогите, РДД. Притон, трэш. Стопни по боссу, нажми раскол. Лок и диспел.
на Вилашу следующий наплыва. А вы все слегли уже, нахуй. Взорвался дух. Видишь, как бы новые люди пришли, они не объезженные, нихуя не понимают. Вторую фазу просто видели два раза за вечер. Ну и Хэлла устала уже к этому времени. Ложимся. Там это справа, мистер Воин, пожалуйста, не крути дерево больше в трэше, это пиздец какой-то. Я три раза туда забегал, два раза чуть не сдох, один раз сдох. Быстрее, я видел. Это... Ну, ты понимаешь, я не могу им бить, у меня, блядь, ну, у меня есть, да, Т4, круговая атака. Есть Т4, но Вихрь тебе прокает не от Т4, не надо рассказывать, пожалуйста. Я смотрю, Ярик в своем дереве такой забегает в эту кучу. Ладно, это все заебись. Сразу сейчас не отходите никуда. Сдыхайте быстрее, вставайте. И подбегаем сюда. Что там, Хэлла 2 и Викторка 1, правильно? Хэлла просто устал уже. Аж на 2. Ебанул я тоже 2 как-то. Лёха, ты что, 2 духа поймал? Не знаю, почему так. Ни одного не ловил.